Планшет Empire M1002B. Вот так вот он выглядит под заглушечкой. Спрятаны порты HDMI, micro USB для карты памяти. Вот тут кнопки включения для наушников, порт зарядки. Сейчас проведу Passmark тест. Passmark Performance Test Mobile называется. Запускаем. Сейчас он будет от от книжной ориентации к альбомной переходить сам автоматически. Так, лампа отражается. Вот так вот. Там делают всякие там тесты процессора, диска, потом память, тут там 2D графика, потом 3D графика пойдет. Вот, замеряет всяческие там параметры. Можно будет потом посмотреть более подробно. Двухъядерный процессор RockChip 3168, гиг оперативки 8 встроенной. Это я, чтоб он не погас. Он сейчас это вот измеряет запись во встроенную память. Так, теперь у нас пойдет чтение из встроенной памяти. Можно яркость накатить. Или сейчас нельзя? Не, сейчас, наверное, нельзя. Тесты нет. Internal Storage Read идет. Так, read прошел. Следующее. Что тут у нас? External storage. Не знаю, тут external никакого storage нету. Так, тесты накопителя пройдены, теперь тесты памяти, нет, memory tests. Тест записи. Так, тест чтения.
Вот тут эти цифры можно рассмотреть. Так, теперь графические тесты пошли 2D, и потом 3D пойдет. Это тут что-то с фотографиями 2D, я так понял. Это в PS и даже показывает в углу.